Сертификат Макси Форекс используется информационным агентством Банкир.ру, ведущим банковским порталом России, Ассоциацией региональных банков России, Национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123-сервис.ру и многими другими лидерами финансового рынка. Здравствуйте! Сегодня 12 апреля, и вы смотрите ежедневный обзор рынка от Макси Форекс. Внимание! Компания Макси Форекс празднует 4 года на рынке. В честь данного события мы предоставляем всем клиентам бонус до 40% на любое пополнение от 1000 долларов и выше. Подробности у менеджеров компании. Среда стала удачным днем для евро. Рост на фондовых рынках, а также стабилизация пары евро-доллар выше ключевого уровня поддержки 1.3023 придали трейдерам уверенности и помогли валюте начать восстановление. От минимального уровня в Азии 1.3066 пара на подъеме достигла нового недельного максимума на отметке 1.3156. Однако рост курса единой валюты определялось в основном закрытием коротких позиций против доллара, а не результатом формирования новых лонгов, что придало этому процессу довольно неустойчивый характер. Несколько безуспешных попыток пары пробить активное сопротивление продавцов по уровню 1.3150 разочаровали быков по евро. К тому же слабые результаты аукциона по продаже немецких облигаций, на котором не удалось продать планируемый объем ценных бумаг самой стабильной экономики Европы, усилили негативный настрой инвесторов и спровоцировали агрессивные продажи пары. Курс евро резко упал, откатившись к закрытию дня от достигнутых максимумов в середину дневного диапазона. В нашем прогнозе на четверг предполагаем новую попытку тестирования уровня сопротивления 1.3150 и последующий разворот пары на снижение к ценовым уровням 1.3110, 1.3080, 1.3055 и, возможно, 1.3023. Если же быкам по евро все-таки удастся продавить пару выше уровня 1.3150, возможно продолжение подъема к целевым уровням 1.32 и 1.3242. Далее ожидаем разворот и снижение пары в направлении предыдущего минимума 1.3033, 1.30 и ниже. На вчерашних торгах в Азии пара фунт-доллар, следуя за динамикой евро, вновь продолжила подъем своего курса, достигнув максимального уровня на отметке 1.5928. Однако с началом европейской сессии движения пары приобрели несколько хаотичный характер. Быки раз за разом штурмовали сильный уровень сопротивления продавцов 1.5936, но, потерпев неудачу, откатывались назад, сформировав таким образом диапазон бокового движения в границах 1.5888-1.5936. На рынке явно ощущалось отсутствие драйвера для поддержки восходящего движения, учитывая, что календарь экономических новостей из Великобритании на этот день был пуст. В конце американской сессии пара прекратила попытки вырваться из диапазона и завершила торговлю в узком интервале цен вблизи 1.5904. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем завершение коррекционного подъема британской валюты в ценовой зоне 1.5930-1.5960, а затем возобновление снижения пары в направлении 1.5898-1.5871-1.5841-1.5804. Отсутствие на вчерашних торгах значимых драйверов для продолжения предыдущего движения приостановило активную ценовую динамику на рынке драгоценных металлов. Золото в течение всего дня в условиях крайне низкой активности покупателей формировало боковое движение в границах узкого диапазона, ограниченного уровнями 1652 доллара 83 цента и 1662 доллара 52 цента за тройскую унцию. Впрочем, металл по-прежнему держится вблизи достигнутого ранее максимума, сохраняя при этом потенциал восходящего движения. Серебро также в ходе вчерашней торговли продолжило развивать боковую коррекцию в сужающемся диапазоне и сохранив потенциал для возобновления подъема. Официальные спотовые цены по итогам торгов 11 апреля в Нью-Йорке составили золото 1658 долларов 50 центов, серебро 31 доллар 55 центов за тройские унции. В экономическом календаре четверга Япония представит данные по объему иностранных инвестиций в экономику страны и объему капитала, инвестированного за рубеж. В Австралии выйдут мартовские данные по занятости и уровень безработицы в стране, предыдущий показатель 5,2%.
Великобритания и Канада опубликуют итоговые показатели баланса внешней торговли за февраль, а в статистике из США, как обычно, выйдут еженедельные данные по количеству первичных обращений и повторных заявок за пособиями по безработице, а также индекс цен производителей и данные по запасам природного газа от Министерства энергетики. Более подробную информацию по движениям валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе «Прогнозы». Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. Аналитика от MaxiForex используется информационным агентством «Банкир.ру», ведущим банковским порталом России, Ассоциацией региональных банков России, Национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123-сервис.ру и многими другими лидерами финансового рынка.